Внимание всем отрядам! Напоминаем вам, что в субботу состоится торжественное награждение победителей нашего кинофестиваля «Поверь в себя», почетным гостем которого станет известная актриса Мирослава Карпович. Организационное собрание состоится сегодня в 12:00 в актовом зале. Чем интереснее и креативнее получится видеоролик, тем лучше. Снимать можно на любой телефон, фотоаппарат, ну или видеокамеру. Все желающие должны объединиться в команды и подать заявку после обеда со списком участников. Вопросы есть? Есть. А в роли ведущего можно использовать хоть кого? Ты уже Урганту позвонил? Да не, я серьезно. Ну а если серьезно, ну ты можешь использовать любого члена своей команды, ну или вожатого. Ну в общем, здесь ограничений нет. Отлично. Мы будем снимать на новый iPad. А вы на что? На свой старый фотик? Главное, это содержание ролика. Про качество нам ничего не говорили. А значит, жюри не будет это оценивать. Да у вас на большом экране ничего не видно будет. Будет. Зато у нас будет сниматься директор лагеря. Это все потому, что ты его сын. Так нечестно. Зато круто. А у вас кто? Ты что ли? Нет, не я. А кто? У нас в ролике будет сниматься Мирослава. Это как? Очень просто. Она приедет завтра, за один день до начала кинофестиваля. Я с ней поговорю, и она будет у нас сниматься. Она тебя даже слушать не станет. Ты с чего ты взял? Она известная актриса, почетная гостья фестиваля. А ты никто. Ну что, определили, сколько команд будет из нашего отряда? Две. Команда лидеров и команда фантазеров. Оля уже полтетрадки исписала. Зря только бумагу портит. Неужели она и вправду надеется с Мирославой поговорить? Тогда бы сразу с Джонни Деппом и разговаривала. Ладно, пойдем на съемки. Дима-то уже свой ролик снимает. Ну что, посмотрели места съемок? Почти. И как? В общем, у нас небольшие проблемы. Какие? Миша отказался быть оператором. Почему? Он сказал, что его все засмеют с его фотоаппаратом. Как будто у нас одних фотоаппарат. Зря ты про Мирославу придумала. Вот он и отказался участвовать. И остальные все наши тоже отказались. Испугались. А ты? А что я? А я твой друг. Иван Михайлович, а у нас в лагере есть какая-нибудь видеокамера? Камера? Да вроде была какая-то, но я в них не особо разбираюсь. Надо на складе глянуть. А вам когда надо? Ну, желательно сейчас. Сейчас! Ну, сейчас так сейчас. Потом доделаю. Пойдемте. Вот она. Вы главное батарею зарядить не забудьте. И меня в твиттер укажите. Можно написать так. Че сидите, голодовку что ли объявили? Мы ждем Мирославу. И как? Сколько лет уже прошло? Не смешно. Печально. А мы уже почти ролик досняли. Послушай, Диман, вдруг они правда с Мирославой договорятся?
Бред. Может подстраховаться? Как, похитить Олю? Хотя бы тетрадку ее. У нее же там текст. Нет текста, нет ролика. Валяйте. Я пока тоже подстрахуюсь. Так сказать, подключу административные резервы. Есть бумажка? Ну какая? Любая, надо записать кое-что нужно. Ну? Давай все, отдай, у нас там текст. Потом отдай. Там же был весь наш текст. Давай еще раз напишу. Слава, когда мы уже не вспомним? Ты тоже хорош. Струсил. Да не струсил я! Оля, пойдем-ка, мне надо с тобой поговорить. Чтобы я у него тоже не смог летать поговорить. Я что тоже не смог. Чё хотел? Я за тетрадкой. Я вам не вру, все, что вам наговорил Дима, это неправда. Значит так, послушай меня внимательно. Директор мне строго-настрого наказал, чтобы я вас к ней не подпускал. Мне не интересно, что вы там придумали. У вас завтра будет время, чтобы пообщаться с ней, сфотографироваться, взять автограф. Но мне надо с ней сегодня поговорить. Я же сказал завтра. Значит завтра. Все. Я снова приехала. Когда? Только что здесь приходила. Где она? Наверх ушла. Мирославе никого не пускают. Что будем делать? Пойдем. А вы кто? Здрасте. Ну, конечно, все, что вы рассказали, очень интересно. Ну, здорово. То есть вы согласны нам помочь? Ну, как сказать? На самом деле, мне поступает очень много предложений, я не на все соглашаюсь. Но на ваше предложение я соглашусь. Спасибо. Так, все. Давайте вот трем нос этому вашему Димке. Да? Пятачок? У нас даже текст есть. Ух ты, крутота. Ну, не совсем. Так. Ну, я думаю, я справлюсь. Лагерь «Тимуровец» неоднократно становился победителем номинации «Лучший лагерь России».